Если говорить о моральном фоне в принципе, например, населения, живущих у нас здесь, говорящих на русском языке, то 10 заповедей является одной из краеугольных как бы отвесов вертикальных, как бы хотелось видеть общество, да, в каком состоянии, в духовном, моральном, человеческом. Но каждая конфессия, на самом деле, если так внимательно почитать любую святую книгу, они говорят примерно об одном и том же. Они говорят о том, что нужно отдавать, нужно понимать, и нельзя, я в широком смысле, грешить, в смысле переступать некие моральные черты, да, вот невидимые, которые нарисованы. Но дело в том, что человек – это млекопитающее, это, в принципе, хищник по сути, это веет в мире колониальный дух захватничества. И у кого-то хватает мудрости в себе это гасить до какой-то известной, чтобы не переходить черту. Я имею в виду колониальную ментальность и в бытовом смысле, и в человеческом смысле, и в государственном смысле, и в мировом смысле. Вот если мы переломим основу внутри себя, в каждый день, в каждом конкретном поступке, тогда, мне кажется, можно вернуться к разговору о моральной атмосфере мира и человека.